Тебе заключенный не отключится. Эй! Эй! Вас ранили? О, вот это очень хорошо. Так не надо. Вставай. Вот это ни к чему. Со мной, либо с ним. Ой.
Зачем стогнать-то? Прошу прощения. Хотя мы верст 5 в час катимся, не больше. Откуда ты все это понимаешь, а? Это он про слово верста или про то, что ты знаешь, как мотор завести? Я росла в велосипедной лавке. Батюшка ими торговал. В Спасове? Почему в Спасове? В Городище. Я в Спасове не бывала. А я там вырос. Логика железная в парне. Не смущает? Мужчина так близко. Да она только этого и ждала. А он ничего. Плотненький. Пахнет, наверное, от меня. Нас 3 дня из вагона не выпускали. О, не переживай. Ей нравится. Пардон? Давай, давай. За сиськи ее хватай. Эй! Ладно, спокойно. Чего ты придуриваешься? Ты же вот таких себе вечерами в келье и представляешь. Ну, когда... Хватит! Да ладно, я ничего. Господи, это бандит или баба? Держитесь, ради бога, за сиденье. Thank you.
Мы должны веселиться и радоваться тому, что твой брат был мертв и ожил. Был потерян и нашелся. От Луки 15:32. Эй, с вами все в порядке? Простите, можно, пожалуйста, я посмотрю? Да что там смотреть? Укол мне сделают лучше. Господи, я боюсь. Это, если это не ампутировать, ты до вечера не доживешь. Больше недели назад. И он ничего не сделал? У него из инструментов, кроме тазика ржавого, не нашлось ничего, к сожалению. Очень смешно. Да ладно, не переживай. Так оно это и должно быть. Только так должно быть. Я ведь тоже с Богом. Говорю. С Богом. Здорово. Вставай, если не хочешь еще себе чего-нибудь отморозить. Объясню. Вот с той ночи все, каждое событие, все как по писаному. Я ведь, наверное, единственный, кто из того поезда ушел. Каждый, блядь, шаг по плану, по божественному замыслу, понимаешь? Взять меня в заложники, божественный план? Да я понимаю, что ты думаешь. Но вспомни в Евангелии. Отдал отец все деньги блудному сыну. Нелюбимому тому, который хороший. А бандиту тому, который убивал и воровал. Но вернулся. Главное, что вернулся, понимаешь? Знаешь, он мне как карты тогда все разложил. Кто? Бог, кто? Я лежал, убирать собирался. А мне сестра, вот как ты, воды принесла. В кружке вот в этой. Я пью тихонечко. Вдруг вижу по воде. Рябь идет. И как будто шо... Что-то уже все, что уже время? Пяти нет. Ну, чуть. Ты в чашке Бога услышал? В чашке, да.
Да не в том суть. Я тебе укажу, когда едем. Может, лучше в объезд? Монахиня, офицер, кому какое дело? Телеграф. Специально проезд перекрыли. Сука! Пиздец. Тормоз приржавел. Ёбаный. Надо найти, чем гайку сорвать. Ни хера не идет. Чем гайку сорвать? Я не нашел. Нашла? Пока нет. Thank you.
Сарай. Может, там что-то есть? По этому запаху. Thank you.
продолжим. Чё там? Нашла ключ! Давай сюда. Ну давай, покажи богатырство всего. На руки бандит. Будет. Гудец. Гудец. Знаешь, если бы я хотел, я бы тебя голыми руками бы уебашил. Рукой-то весь. Зачем? В смысле, револьвер, ну хуя надо было выбрасывать, а? Не помешал бы сейчас. Ну не в том смысле, я бы бабу никогда. Сука. Мне вот что скажи. Ну, если ты такой богоизбранный, почему тебя Бог сразу, окончательно не излечил? Хороший вопрос. Сейчас. Вот ответ. На. На. Спасы в собор Иоанна Дамаска, единственное национальное средство от Господа. Ясно, супружеское. Неверность в других телесных и душевных недугах. Тот самый кудец. Тот самый, давай. Я ничего не понимаю. То есть у Бога силы хватило только, чтобы гниение приостановить. А для полного исцеления ему какой-то инструмент понадобился? Да, дело не в инструменте, а в том, что нельзя человек спасти помимо его воли. И в руке дело, короче, понимаешь? А в пути, на который нам было указано. А идти по нему или нет, только наше с тобой решение. А я тут при чем? Бесноватых куц увозят. Всех воль. А я что, бесноват, по-твоему? Ты...
Продолжим. Нет. Ладно, давай выбираться отсюда. Подсади-ка меня. Я тебя? Да. Ты меня. А то потом не вытащишь. Давай. Лошара. Эй! Эй, Илья, ты живой? Илья! Да, живой, живой. Сейчас. Ну что там? Высоко. Сейчас я найду что-нибудь подставить. Конечно же, все это не было совпадением. Теперь и Индика это понимала. Она, разумеется, слышала про Кудец и его чудеса. Но именно сейчас, в Спасове, а Илья, каждый ли день встречаешь каторжников, разговаривающих с Богом? А еще он немножко понравился Индике. Кто этот? Так или иначе, не было совершенно никаких сомнений в том, что теперь ее путь лежал в Спасов, а не в Даниловскую обитель. Письмо. Я не могу нарушить послушание. И вдруг там что-то очень важное. Вскрой, посмотри. Ну нет. Прочитать чужое письмо больше грех, чем не доставить. Больше? Во сколько раз? Что? Ну... В два раза. Я не знаю. Интересно. То есть не доставить два письма, это как прочитать одно. А скажем, украсть деньги. Рубль стянуть хуже. Хуже? Во сколько раз? Бред. Так нельзя сравнивать. Почему нельзя? Батюшка за разные согрешения разную петелью назначает. И ты вот тоже однозначно знаешь, что хуже, что лучше, стало быть, есть мера. Положим, украсть в 10 раз хуже, чем письмо. А, скажем, человека убить в 1000 письма цели. И почтальон, потерявший мешок с письмами, выходит у нас убийца. Хотя за тут скидка какая-нибудь полагается. Скажем, насильник. Насильник ведь лучше, чем убийца. Насильник тебе всю жизнь опорочил, а убийца убил, и все на это. Ты не греха боишься. Ты самого письма боишься. Да, пожалуй, не стоит тебе его открывать. Не надо. Возразить-то нечем. Матушка тебя как облупленную. Ведь все, как написала, вышло. Выперли, это же надо. Где ж такое видан? Мать Божия, пречистая во время на грешной идти, сделала два имена. Я не наставлю, я плачу, сидел мой горько. Дождь, Господи, слезы, плачу, сидел мой горько. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Я посадят рано или поздно и... Тогда никто же, возможно, помощи нам не делал нашим судьям. Тем же, прежде чем конца показывает.
пойдет. Слава Иисусу, ту, умный, блин. Господи, Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Господи, Иисусе 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 Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Когда она тихо. Возразить-то нечем. Сама вышла. Надо, где ж такое видно? А, даже Евдокию, когда она Тихона понесла, не выпил. Сначала тебя из дома выперли, потом из Ну, прикольно, конечно, вот это сделали. Не печалься о потерянных очках, они все равно не нужны. Собака. Хороший вопрос. Не слышно вроде. Слушай, ладно. Я тебе помогу добраться до Спаса. Удивительным образом Индике передалась уверенность в том, что Кудец обязательно решит все ее проблемы, что очень скоро голос в ее голове замолчит, и она вернется в монастырь человеком, заслуживающим, если не всеобщей любви, то хотя бы прощения. Ей казалось, что все последние годы ее мучительной жизни вели ее именно к этому моменту. Я поняла, что это за место. Это Денисовка, завод красок. Марфа рассказывала, иконописица наша. В этом амбаре, например, желтую краску делают.
А где все? Авария! Взрыв! В один день, говорят, всех эвакуировали. Американцы, наверное. Скорее всего. Или англичане. Дальше. Лестница! Как раз за мельницей должна быть станция. Работает. Не та эта. Весовка. Не уцеплюсь. Погоди, сейчас что-нибудь придумаем.
Ну, продолжим. То, что надо. Чего стоишь? Сколько собаки могут подышать под водой? Не знаю. Я бы пару часов выждала для уверенности. Сломано! Через мельницу придется идти! Красиво как. У нас на зоне художник был. Он на стене говном родственников своих рисовал. Как живые. Как? Ну какой-то он такой. Дочь не успел дорисовать. Одним глазом так и осталось. Порезали его. Господи, из-за запаха дурного? Да не, он на стене, снаружи. Минус 30 на термометре. Оно запахнуть не очень успевает. Порезали, потому что, ну, не по понятиям оно. И куда дальше? Лифт! Вот и привод! Смотри, какая красота! Планетарная передача! Блокируя одно из колес, можно менять направление движения вала. Тут сейчас ничего не работает. Надо понять, как оно все приводилось в движение. Это шпонка, предохранитель. Она должна ломаться в случае перегрузки, чтобы защитить от поломки более важной части механизма. Понятно. Thank you.
песке предлагаешь идти? Боишься высоты? Не-не. Я говорил, надо было в объезд. Ты в цирке был? Был. Печально. Thank you.
ожидаемо. Мы ее убили. Она заслужила. Плохая собака. Грешна. Не бывает грешных собак. Грешны бывают только люди. Только человека бес искушает, а собака... Люди ушли, перестали ее кормить. Для нее это вопрос выживания. Интересно. А в чем разница между человеком и собакой? Все то, в чем ты винишь беса, собакой случается ничуть не реже, чем с человеком. Она злится, когда у нее отбирают еду, готова разорвать того, кто посягнул на ее собственность. Собака унывает, когда любимого человека нет рядом. Завидует, вожделеет. Даже до мужеложества доходит. Помнишь, как Жоржик... Это другое. Им все это нужно, чтобы выжить. И завоевать наиболее перспективную пару, завести потомство. А человеку? Для собаки у тебя находится простое объяснение. Что же у человека никогда не обходится без участия божественных или бесовских сил? Вот и станция. А у собаки есть душа? Ну, как собаки своих людей. Разве так бывает без души, а? А любят душой? Я не понимаю, как собаке любить без тела. Как может она любить то, что нельзя увидеть, услышать, обнюхать? Как сможет она помнить того, кого любит, потеряв... мозги с воспоминаниями. В мире, где нет костей, холода, размножения, красивых женщин, богатых мужчин. Да вообще тело. Страсти, добродетели, любовь. Все это разве существует без тела? У собаки? У какой? А, ну да, у собаки. Thank you.
какой мудак это тут поставил? Может, краном сдвинуть? Это еще работает. А как груз отсоединить? Надо разобраться. Зачем разбираться? Он же и так едет. Он на той стороне платформа. Что делаешь? Да куда? Когда следующий поезд? А если завтра только? Наверное, на станции расписание должно быть. А толку? Не похоже, что он здесь вообще останавливаться собирается. И что делать? Ты читала Марка Твена? Про Тома Сойера? Да. И чего? Мне нравится. Мне тоже. Ты что делаешь? Наш. Прыгай. Ты чего? Прыгай. Странные у тебя все идеи для монашки. Это не мои идеи. Ну, в смысле, я не выбирала монастырскую жизнь. Тебя против желания, что ли, отправили? С желанием. Хотя, конечно, когда тебе 15, монастырь не то место, о котором мечтаешь. Но другого пути быть не могло. Бывают обстоятельства, когда у тебя выбор. Либо в монастырь, либо... Да какие обстоятельства? 15 лет. Ты и сейчас Божий ангел, хоть и черная вся. Ну, в плане одежды у тебя ни в каком другом... Падшая? Это как? По желтому билетику, что ли? Что? Да я только одного знала. А? Ты и замужем не была? Не была. Да что я тут перед тобой? Thank you.
Куда это мы едем? Спасовский рыбзавод. Там уже все разошлись, думаю, а транспортер в город никогда не закрывается. Откуда ты все это знаешь? Ты там работал? Ну уж не, блядь. Мама там работала. Разгрузку пришли. Сиди тихо. Ну, продолжим. Я даже любил этот запах. Не, она стеснялась. Это что такое? Когда шла в лавку или там... Бак, что ли? В школу. Структурно. Она душилась какими-то дешевыми духами. Таких в носу щипал, блядь. Когда меня обнимал. А сейчас что с ней? Не знаю. Не знаю. А я вниз пошел. Пошла вниз. Идет. Темно. Опа. Туда можно пройти.
Вопрос как? Ну что-то лежит. Кто знает. Должен быть здесь проход. Здесь способ наверняка есть. И потом появится. Он мог потом появиться. А, ну вот. Ну, как я и говорил, я пошел вниз. Так, что тут у нас? Так, о. Не ви... Уверен. Что уберем? Каждый раз при наборе очков вы получаете 8-0 дополнительно. Получить 10 очков прямо сейчас. Еще вот этот. Он позаманчивый. Или 10 очков получить, или каждый, при каждом получении 8-0. О, рыбку, слушай, а пиво где? Так, вот теперь вот поймай эту память. Да блин, но мне как раз туда же уже нужно было. Ё-моё. Как это работает? Ну так совпало, можно. Так, куда мне? О! Даже нам уже, да, было? Отсюда типа... Так, я не понял, а там что типа... Я должен был за круг, видишь, типа рыба. Вот это всё. То есть по факту мне уже... От нее. Вот. А! Что еще? Фух, наконец-то. Ну что, мне типа не сюда, а туда. Так, пиво что будет? Нет, рыбка есть, пиво осталось. Ногти груз придется. Что, а еще что ли? Что, опять? Да нет, вроде. Уже попроще. А куда дальше будете?
Так положено, да? Где этот змей плоских утех? Ты чё стоишь? Снимай всё. С ума сошёл? Если не просушимся, замёрзнем насмерть. Вот с этого и начинаются плотские утехи. Как здорово снять апостольник. Ты не представляешь, как к нему голова чешется. Вот и сиськи нарисовали. А кто видит? Взяла, сняла. Благочинная всю ночь ходит, смотрит. Серьезно? Как у нас вертухай. Скорее уж, смотрящий. Она и общаком ведает, и койки распределяет. Не-не, все, раз... Откуда общак, еще распределяю. Опусти глазки вниз. Прости, прости, но пахнет твоя рука невыносимо. Надо идти.